сказать. Теперь осталось только молчать и молиться. Да, давайте просто помолчим и посмотрим. Русская пара. Ирина Лобачева, Илья Вербух. Программа, посвященная событиям трагическим. И на самом деле просто программа, чему бы она ни была посвящена. Да, даже не хочется ничего говорить. Потрясающе исполнили программу, ребята.
Действительно, как будто посидели, честное слово, да. От этого всего кошмара, который выпал на их долю вдруг, совершенно неожиданно. Жили они, жили себе в этом спорте совершенно нормально, да? А тренировались, тут такая ответственность. Шли к чему-то нормальному, и вдруг на них... Да ладно, не просто ответственность, а просто такие... Либо ты достойно выступаешь, либо тебя вообще за людей не считают. Да. И они, конечно... Все на них свалили. Справились. Все свалили на них... эту беду, то, что нет в российских танцах, то, что российские танцы потеряли первое место. Они просто были еще не готовы к тому моменту, когда Анжелика Крылова и Олег Овсянников закончили свою любительскую карьеру. Просто они были еще очень молоды, и на них, на их плечи свалился такой груз, такой ответственности, что... Но они боролись. Столько травм в этом сезоне, и... Такая программа. Я даже не знаю, я в шоке. Ну, в любом случае, Илья и Ирина, на сегодняшний день это наши очередные герои. У нас уже, ну, у нас прошло два вида фигурного катания, у нас уже осталось позади. Там герои стали известны, причем это вопреки не только те, кто занял первое место. И вот еще одни наши герои. Неважно, какое они займут место, абсолютно, но они справились с задачей, и главное, они справились с нервами. Тем единственные, более, да. В общем-то, вот в этой разминке, кто откатал чисто, без единой ошибки, без единого колыхания тела, как было у Гвиндаля. Хочется, чтобы это видели не только мы. Ну что, оценки уже готовы. Я так смотрю. И не вижу пока. Томят нас. О-о-о. Они, наверное, я думаю, что будут первые. Оценки выше. Вот за технику. За технику они выше. Но ведь артистизм главнее. Ждем. 2 секунды. Вторые. Блин, какой кошмар. Не ожидала я, конечно. Все-таки вторые. И сколькими же голосами? Одним голосом, видимо. Покажите места. 1, 2, 3, 4. Одним голосом! Обалдеть! Одним голосом. Вот Илья тоже одним голосом проиграть.